Качество дорог – это тоже большие деньги. И жители Карагандинской области недовольны ремонтными работами на трассе. Новый асфальт укладывают между городом Каражал и поселком Жайрем. Вот только покрытие совсем не держится и крошится в руках, утверждают местные жители. Людмила Батюшкина продолжит. Это разве дорога? Тут смолы вообще нет, даже руки не пачкает. Каражальский активист Сексен Сулейменов уверяет, что из последних сил сдерживает народное волнение. Мол, возмущен весь город. 80 километров дороги кусками ремонтируют уже несколько лет. Да так, что плакать хочется. Республика куда смотрит? Президент куда смотрит? На эту дорогу. 5 ставит Казавтодор. Я 2 не поставлю на эту дорогу. Качество дороги очень плохое. В прошлом году, в ноябре месяце, они клали асфальт. Зимой, в метель. Поэтому сейчас дорога стала буграми. В одном месте была большая яма. Как услышали, что журналисты приедут, они ее быстро залатали. Я вообще не понимаю, как можно принять такую работу. Жители говорят, что даже старая дорога была лучше и комфортнее. Якобы вместо щебня в этот раз подрядчик использовал отходы железной руды. Люди призвали к ответу мужчину, который, по их мнению, руководит подрядной организацией. Но сам он уверяет, что не имеет к работам никакого отношения. Здесь асфальтный завод строим. С этого завода будем делать. Пока мы, сейчас, в данный момент, покупаем асфальт в другом месте. Представитель Казавтожола сообщил, что в прошлом году из-за пандемии подрядчик не смог вовремя начать работы и не успел закончить. Пришлось перенести на этот год. Сейчас в лаборатории делают анализ. Все материалы, которые производят на асфальтно-бетонном заводе подрядчиком, соответствуют требованиям. Жалобы жителей учтем. Если дорога испортится, в следующем году подрядчик будет переделывать ее за свой счет. Но жители против переделываний, ведь трасса республиканская и по ней ездят большегрузы. В прошлом году на ее ремонт выделили 190 миллионов тенге, в этом еще 69. Подрядчику их перечислят, когда дорогу примут в эксплуатацию. Люди требуют устранить все недочеты на месте и уже написали коллективные жалобы в Казавтожол и Акимат Карагандинской области. Асем Караулова, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация.